Вчера завершилась первая часть чемпионата в PL Challenge, главным спонсором которого выступила компания Beyond Borg. Четыре приглашенные команды Envy, Hellraisers, Fnatic и LGB разыгрывали призовой фонд в размере $6200. Первая часть матчей уже завершилась, правда, не для всех радостно и положительно. Команда Hellraisers уже успела сойти с дистанции в первый игровой день. Первые матчи проходили по системе Best of One, то есть команды играли всего лишь одну карту. Наш коллектив путем жребия попал на французов и был, мягко сказать, разгромлен в пух и прах. Всего 4 раунда на карте до Инферно удалось получить Ашер. Игра не задалась с первых минут, и даже выигранный первый оружейный раунд при 0-3 не позволил зацепиться за удачный счет в первой половине или хотя бы оказать должное сопротивление. Французы при этом нисколько не издевались над соперником, понимая, что при любом счете можно допустить ошибку, которая будет стоить целой игры. Поэтому первая половина завершилась 11-4, ну а уже после смены сторон Envy додавили своих соперников и вышли из матча безоговорочным победителем. Ну а в нижней сетке Hellraisers, к большому сожалению, также потерпели поражение от норвежцев LGB. Те, в свою очередь, проиграли Fnatic, правда, с более напряженным счетом – 11-16. В нижней сетке лузеров матчи проходили по системе Best of 3, и, казалось бы, более плавная структура матча должна была позволить Ашер даже право на одну ошибку, но норвежцы оказались не теми игроками, которые упускают возможность выиграть игру при счете 1-0 в свою пользу. Чудо, к сожалению, для болельщиков Ашер не произошло, и они заканчивают свое участие на FPL Challenge. Сегодня, дорогие друзья, берут старт заключительные игры, LGB будут играть с Envy, и победители этой встречи отправятся в гранд-финал к шведам из Fnatic, которые обеспечили себе минимум второе место в FPL Challenge от Beyond Borg. В преддверии старта ESL One Katowice игровой портал eFrag совместно со стримерской платформой Hitbox объявил турнир, в рамках которого столкнутся все победители прошлых мейджор-турниров от Valve. Эти турниры носят приставку мейджор не просто так, а призовой фонд в $250,000 был разыгран на каждом из них. Интересен и тот факт, что каждый из четырех пройденных ивентов выигрывала разная команда Fnatic, Virtus.pro, NiP и Envy. И очень интересно будет посмотреть за предстоящим пятым состязанием, ведь может быть кто-то из этих счастливчиков сможет стать двукратным чемпионом. Ну а пока что команда готовится к ESL One Katowice 2015 года, действующие обладатели крупнейших чеков в CSGO разыграют между собой 15 тысяч условных единиц. Турнир пройдет в период с 16 по 17 февраля, а формат Double Elimination, каждый матч Best of 3. Так, за первое место команда победителей получит $12,000, а за второе всего лишь 3. Наблюдать за матчем можно будет через стримерский сервис Hitbox. С 14-15 февраля пройдут LAN-отборочные на ESL One Katowice. 16 коллективов вступят в борьбу за 8 заветных слотов на мейджор-ивент. Среди этих команд есть также и две дружины из постсоветского пространства. Организаторы отборочных разделили 16 коллективов на две группы. В каждой группе каждая команда сыграет с каждой. По итогам этих результатов 4 лучших команды из каждой группы отправятся на ESL One Katowice, где их уже ожидает 8 команд. Примечательно, что кроме Flipside в главе с Блейдом на этих отборочных сыграет еще и один коллектив из СНГ под названием Питер. Эти две действительно надежды попали в одну группу и будут пытаться противостоять очень сильным и крепким командам в лице французов Титан, норвежцев из LGB, американцам Team Liquid, датчанам Copenhagen Wolves. После этого списка становится очень тревожно за шансы наших команд, но будем надеяться, что они смогут достойно выступить на этом этапе соревнований и любыми силами добиться заветной путевки в гранд-финал ESL One Katowice. Согласно результатам тестов, опубликованным на сайте AnandTech, производительность видеокарт текущего поколения при использовании DirectX 12 возрастет на 150% для NVIDIA и до 400% для AMD. Специалисты сайта тестировали демоверсию StarWarm Tech Demo и получили следующие результаты. На GeForce GTX 980 количество кадров в секунду выросло с 26,7 до 66,8, а на Radeon R9 290X с 8,3 до 49,2. Специалисты сайта отмечают, что DirectX 12 очень рационально распределяет нагрузку между всеми ядрами процессора, что в свою очередь позволяет видеокарте быстрее выполнять всю свою часть вычислений. В AnandTech уже заявили, что 12-я версия DirectX станет самым прорывным графическим интерфейсом для компьютеров за последние несколько лет, вследствие чего стоит ожидать и сногсшибательные игры, которые будут как никогда реалистичны.
Игры Mail.ru совместно с PlayStation Россия разыгрывают эксклюзивную консоль PlayStation 4 20 Anniversary Edition. Она была выпущена ограниченной серией из 12 300 штук в честь 20-летнего юбилея PlayStation и окрашена в серый цвет, напоминающий о самых первых консолях 90-х годов. Сейчас за юбилейными версиями PS4 идет настоящая охота на аукционах, некоторые готовы заплатить за них огромнейшие деньги. В Японии, например, первая модель была продана за $129. Данная приставка является первой в серии юбилейных консолей, что делает ее особенно ценной. При этом в аукционе, стартовавшем всего лишь 23 января, приняли участие более 1500 человек. Юбилейная PlayStation 4 оформлена в стиле первого поколения консолей, приставка и аксессуары окрашены в серый цвет, близкий к тому, который использовался для PS1, и украшены логотипом 12-летней давности. Ознакомиться с правилами конкурса и принять в нем участие можно в группе ВКонтакте под названием Combo Breaker, самом убойном паблике об играх. На сегодня это все, дорогие друзья, играйте, выигрывайте, всем пока! We'll be right back.